Всем здравствуйте, меня зовут Сыздыков Айдар, я правозащитный активист. Сейчас нахожусь в городе Алматы, микрорайон Кулагер. Сегодня 20 августа 2022 года. Возле моего дома дежурят около 10 сотрудников КМБ и полиции. Вот, сегодня был объявлен митинг оргкомитетом оппозиционной партии «Алга Казахстан» в сквере Шоканова Алиханова. Я хотел туда в рамках своей правозащитной деятельности выехать, зафиксировать нарушение прав человека. Но в данный момент меня возле дома обкружили полицейские. Вот, они сидят на лавочках вокруг. Я вызвал наряд полиции. Дождусь и напишу на них сейчас заявление. Я считаю, что это политически мотивированное преследование меня в день объявленных митингов оргкомитетом оппозиционной партии «Алга Казахстан». Вот, несмотря на то, что приезжали депутаты Европейского парламента по нарушениям прав человека, в Казахстане все так же нарушаются фундаментальные права человека. Вот, людей также преследуют за их политические взгляды, за правозащитную деятельность. В данный момент я после того, как напишу заявление, выйду и попробую попасть на площадь, где будет проходить митинг, для того, чтобы зафиксировать все нарушения прав человека, нарушения со стороны властей, для того, чтобы цивилизованный мир и казахстанцы поняли, что нет никакого жена Казахстана, что Токаев также преследует свой народ из-за его гражданскую, из-за их гражданской позиции, за правозащитной деятельности. Вот. Так что делитесь видео, чтобы больше людей узнали, какой беспредел и что за новый Казахстан Токаева. Всем большое спасибо. Вот сотрудники полиции. С этой стороны вышли они. Я насчитал около 10 человек. Вот. В день объявленных митингов «Алга Казахстан» ведут незаконную слежку. Сотрудники полиции ведут незаконную слежку. В какую-то дырку заходит между домами. Остальные сотрудники, вон там они. Вот сотрудники полиции прячут лица. Он будет так сидеть очень долго, потому что им страшно показать свои преступные лица.